Last place. Я преподаватель самолори О Су Мин. Сегодня мы с вами рассмотрим Чандан Тадреги из произведения Йонгнам Нунга Кара. Мы уже учили этот чандан, когда играли его на инструменте чангу, поэтому форма и хоп в Тадреги вам уже знакомы. Во время исполнения следите за точностью техники осознанного магмсе, при этом наследием кек звук должен быть полностью закрытым. Также необходимо уделять внимание контролю силы звука. Сильный кен должен быть обязательно громче, чем слабый кен. В нотах вы можете увидеть знак диминуэндо, которым обозначают постепенное уменьшение силы звука. Вначале мы исполняем громко, а затем постепенно уменьшение звук и хоп. Давайте сначала поговорим чандан, а потом попробуем его сыграть. Раз, два, три, четыре. Кенгеге, кенкек, 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 кенгеге, кенкек. При переходе из тадреги в йонгсан тадреги необходимо подать сигнал. Для этого на средний удар кек мы применяем открытый магмсе, тем самым заменяя его на кен. Обратите внимание, что на моменте сигнала чандан играется очень тихо с маленьким хопом и энергией су-сам, а это значит, что кен должен быть исполнен громко, чтобы другие исполнители его услышали. Давайте сначала исполним ипчандан, а потом сыграем. Хоп! Раз, два, три, четыре. Кенгеге, кенкек, кенгеге, кеген. Теперь давайте соединим тадреги с йонгсан тадреги, которые мы выучили на прошлом занятии. В необходимом моменте я сыграю сигнал и, естественно, перейду в следующий чандан. Сегодня мы соединили тадреги и йонгсан тадреги и попробовали сыграть их вместе. Структура выученных нами чанданов довольно простая, но вы должны помнить, что самая важная роль инструмента куэнгвари – быть лидером, который ведет за собой остальные инструменты. Поэтому хорошо потренируйтесь самостоятельно и как следует отработать базовые упражнения для того,
чтобы когда вы будете играть в ансамбле с другими музыкантами, вы не зацикливались на своей технике, а сливались в общей гармонии. Увидимся на следующем уроке. 안녕!